от имени ветеранов и участников войны я предлагаю выдвинуть кандидатуру действующего ныне президента Нуриханова Рустама Нургалиевича. Почему его? Попытаюсь объяснить. Мы знаем его не первый год. Он у нас был на разных должностях. И вот, будучи уже президентом нашей республики, последние 5 лет экономика Татарстана удвоилась. Могут сказать, что, мол, это труд, результат труда миллионов трудящихся. Не спорю. Но разве в других регионах миллионы не трудятся? Почему-то самым эффективным регионом нашей федерации признан именно Татарстан. Это все-таки результат деятельности первого лица. Став президентом нашей республики, вот в течение уже почти 5 лет, исключительно добросовестно, от души этот человек трудится для того, чтобы татарстанцы жили нормально, Татарстан был республикой, лидирующей республикой в России. Мне кажется, он пользуется большим авторитетом и у Путина, у Медведева. За последние годы наша республика достигла значительных успехов в области промышленности, сельского хозяйства, в области образования, науки и спорта. Не случайно у нас проведены универсиады. Вот сейчас проводятся международные соревнования по водным видам спорта. Вот в 2018 году у нас предусматривается в Казани участие от международном футбольном чемпионате. Вот. И здесь, конечно, те большие успехи нашей республики связаны с тем, что руководит республикой очень неординарный человек с таким новаторским мышлением, как Рустам Нургалиевич Миннеханов.